обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Покажи, покажи мне. Димаш Кудайберген, Казахстан! И море поклонников блестящего артиста на Славянском базаре. Браво! Спасибо! Похоже, сегодня басков без цветов. Димаш Кудайберген! Браво! Спасибо большое.
Разрешите сказать пару слов от всей души. Хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что когда я участвовал на Славянском базаре в качестве участника, помогли мне с моей карьерой. И Славянский базар для молодых артистов очень многое значит, действительно. Я от всей души хочу выразить вам огромную благодарность. Приезжайте в Казахстан. Спасибо большое. Рахмет. Димаш Кудайберген, Казахстан. Спасибо. Вот это прием. Где-то там уезжает машина Баскова, друзья, я вижу.